Я положу сюда, да? Спасибо, Господи. Иди, а то уже там клиент суетится. Че, спешить нам некуда. Идем медленно. Какая шикарная. Иди вот никуда. Со своими не знаем, что делать. Яблочки. Губка чистит все. Да? Конечно, намёк-то будет, там стол разбит. Сейчас я найду. Ну вот сюда две почки встанет. Почки сегодня работает. Рынки тут сидеть сразу еще посмотрим. Самое интересное в этих кадрах это именно люди. Поможешь святому царю, дай на молитву, пока еще можешь, и пока я не неси к алтарю, и засияю тогда над Россией. У нее написано, что она слепая. Одного я видел вообще так. Прямо вылитый царь Николай II. Поет ее вот в храмах, я больше верю. Да, чего, похоже на правду. Вот я не знаю. Насколько это все настоящее. Я помню, было в газете у нас там еще в Сарове, газета «Саров». Там все это дело разоблачали со страшной силой. Не знаю, насколько это правда.
Так, это да. Яблок сколько. Поют праздник, что ли, какой-то сегодня? Ничего не знаю, может, они в воскресенье тоже. Чудо. Да, так удачно мы зашли. Там было немало.
Господне во имя, мы Бог всячески ожидаем обращения Тебя. Ты порекнувший человека, любший пророком Твоим, я по потере мне пошел смерти грешника, но я же обратитесь и живы быть Ему, не больше, чем повадил от наставника и руку по победе, не часто говорит, что погибли человечности, куда туда спустили тишину? Да, я хочу посмотреть, по крайней мере, дверь стоит. А, я думаю, тут вообще в храм. Ну, 26-е, по-моему. А, ну, в общем, погребение 29-е, как такое, 27-е, 28-е, 29-е. В среду тут основные праздники. Что-то новое я такого не видел. Закрыто еще. А там закрыто что? Конечно. Нет, тут кое-что изменилось. Вон там около там, этого храма там появились какие-то. Не знаю, что-то я не вижу. Вход в этот основной закрыт, там только церковную лавку. Этот так и не действует. Закрыто можно было. Ну, сад, конечно, класс. Проход закрыт. Но проход закрыт, это не в том смысле. Это для нас закрыт. Остальных он открыт. Для своих он не закрывается. Какие ёжики? Ох, ёлки. Да, сюда. Поблизу. Я тебя же научил. Как на улице. Красота. Интересно. Ну, вообще бесподобно. Работа все благоухает. Да, как живой. У тебя в этот раз нет пакетов с собой? А, черный есть один большой. Да не надо черный, тут сухарик, я забыл, что надо взять. Тут два пакета дают сухарик. Один есть. Может даже больше. Это шла. Сыра, да. Приготовились. Раз, два, три. Фотографируем. И последний.
Интересно. Часовня. А кто прочитал? Я просто читал. Знаете, вам спаситель. А это на вашу, это ангел-хранитель. А это вам старая такая. А это прям один в один. Ну, это икона так упакована. Я как-то сразу была ассоциация, думаю, упаковка чая, это икона. Где ну началка? А, вон она. Так. А ты сварно? Да, ты вон здесь лежи. Ух ты, там гейзер. Спасибо. Такое деревце, на котором, наверное, лет не знаю сколько. Mm-hmm.
Как наш. Ну, самолет-то запросто. Наверное, не попал на камеру. Куда он так летает? Пожарный, что ли?
буду вылететь в воздух, и я буду купаться. Стой! Стой! Если у тебя пакет есть, то давай стоим. Если нет, то не будем. Давай. Ну, цветы канавки. Ну, это мы видим. Где-то там, по-моему, останавливаемся. А вон где, ну, на Монастырской трапезе, это, по-моему, тут... Сейчас есть, там народу миллион. Да нет, не в трапезе, там где-то, по-моему, подальше было что-то такое. И это не этот угол. Не похоже, где-то может на том проходит. Так, ну иди пока вперед. Посмотрим. Дорога висит, наверное. Это удобно сидеть. Уже близко? Ушла в резине руки отстать. Я не могу. Мне уже кормить. Даже есть. Нет, ну это не молоко, это у них там такое, но это не строили, это не молоко.
Ну, это явно под снос. Дом не знам каких времен, кстати. Скорее всего, послевоенных. То есть здесь где-то выход должен быть, кроме основного. А вон выход-то, кстати. Да я хочу туда. А, вот ну понятно. А? Ну там мощь Серафима, да, поэтому такая очередь. Самый тот храм. Как ты думаешь, хор на живую песню поет или записи? Там, а тут землечку Серафима Сорочку треба взять ближе. Да, вот его закинчивается. По празднику кто-нибудь живую? Мы не думаем, что каждый день мы живут. Поэтому это сейчас непонятно. Запись-то. Разница, конечно, никакой, да? Ух ты, какая там. Убрали эти бомбончики, какие-то такие дурацкие довольно стояли. Изобретение у них непонятное. С праздником. Отмечает отдание Преображение Господне. Как нужно? Преображение Господне. А, преображение Господне. Вон.
Помню, куда мы выходим. Птички. Да, правильно. А можно просто зацепы ликвидировать, тогда они не будут от себя цепляться. Другие тоже должны посмотреть на все это. Да? А как же? Ну, правильно. А ты все снимаешь? Я все уж подряд. Что видишь? Ага. Ну и правильно. Тут я один посмотрел, тут ты сотни. А ты откуда? Саров. Саров? Да. А туда не пропускают, да? Нет. Вот я хотел съездить. Увы. Так может какая паломническая поездка, я не знаю. Обратиться здесь в монастырь, они устраивают иногда какие-то там поездки. А что надо, вот смотри, если я приеду, допустим, в Саровску, да, подъеду, ага. Вот, и там КПП стоит, наверное, какой-то, да, вот на да. машине, КПП, да. И что они требуют? Да. Пропуск? Ну, там как-то они оформляют, я сам-то въезжаю. А то, может, можно это самое как-то заявление написать? Нет, лучше всего обратиться вот в монастырь. Куда там, я не знаю, никогда не... Они все расскажут. Да? Так, все расскажут, как, насколько это возможно и вообще. Возможно ли да, это? Да, ну да, я не знаю, какие у них правила просто. А у вас там нет такого, что подъезжаешь и там можно оформить? Нет. Ну ты прости, брат. Да нет, ну что вы. Дай Бог здоровья. Ради Бога, вам здоровья, спасибо. А зачем сюда приехали? Так... Там у вас все есть. Да... Везде все есть, но все равно вот так, ездит. Вот так. Будь здоровым. Да, спасибо. Единственный нормальный, наверное, попался, который увидел, что у меня камеру, как отнесся к этому с пониманием. Столичная, да? А, кафе Светлана. А вот стаканчик с кафе кушаешь? А, вот. Ну, самая нормальная в эту можно заказать. Смотри, лишний. Винегрет. Можно действительно заказать. Что-то нормальное. Столовое. По-французски? Ну, мясо по-французски.
куриное филе смешанное, шницель с курицей, отбивная на кости, котлеты мясная, котлеты рыбные, стейк лосося. Может, я стейк лосося или нет? Говядина, построганность. Пельмени, жареные картофель. Чего себе наборчик? Ну, ты чего не хочешь? Хочу. Чего? Вот не знаю чего. Это та церковь, которая строилась, но, по-моему, уже готовая. Можем до нее дойти. Пятьсот рублей в человек, что-то не очень дорого. Смотрю, двух одинаковых не бывает церквей. Та сторона, это куда? Дом неизвестного назначения. В деревнях, да, тротуаров нет. И есть деревня. База отдыха «Березка». Гостиница «Заречная». На дрова. А, это то же самое, но в Сарове построили его быстрее. Нет, вход он, смотрю, здесь, вот здесь был вход. Настрой площадку. И там тоже, наверное, есть основной это заход. Насчет входа-то я не уверен уже. Красивый. А? Красивый, но не доделан. Красивый, да, но тут явно тормознулась стройка. Нам. Правда, и делать-то нечего на ее территории. И это, смотрю, один строитель. А? А, нет, есть по входу и дырка. Нет, забор. Сейчас тут и пойдем. Мне кажется, тут за год мало чего изменилось. Я тебе говорю. Угу. Такое впечатление, что за год почти ничего. Стоит из одного человека. А нам больше не надо. Больше не надо.
Понятно. Да. Это тоже все Дивеево. Вот в этом углу я еще никогда не был. Ну-ка. Озеро оно слева, да? То есть как это называется? Стрит. Найдем поворот. Как я... Вот это новая листа. А? Дом-то? Ну вот и развалины стоят. Новые листа. Вот это? Ну вот основы. А, новые. Недостроенные. Они просто начали строить давно и бросили. Тоже дом. Вот он строил, уже крыша сгнила. Собственно, деревья. Называется «Неизвестное Дивеево». Ну, как обычные, кто местные жители. Ну, понятно, но сюда экскурсии не водят. Да. Сочувствую. Сейчас выйдем к озеру. Крест действительно необычный. А дальше сейчас немножко пройдем, будет нормально. А, ну а потом, если здесь жить, то, то уже нечем заниматься-то. Что делать-то? А, это она есть, да. Что, ее желание дойти до нее? Да нет, сейчас рисовать. Если есть? А? Да, наверное, она это есть, Дивеевская слобода. Сейчас мы вообще пруд обошли. Пруд обошли. Это не страшно.
купаться запрещено. Но надпись для кабины, в кабине для переодевания. Ты, надеюсь, не мою кружку пьешь? Нет. Как нет? Она стоит почему только у тебя. Не может быть. Стоит, может быть, но пью я свою с белой ручкой. Это с белой моя. А, твоя? Моя зеленая? Совсем уже. Цыгане ведь тоже православные. А? Православные они, да. Ну, тем не менее, я слышу, он разговаривает на цыганском языке. То есть, вроде... Не забывают. Правда, поймал рыбку. Я говорю, рыб полно там. Рыбина здоровая какая. Не видать, наверное. А, нет, не видно. И правда, рыб. Щука. Все, радость. Выбросили. Эй, ты просто камень бросил.
Там нет никакого пляжа. Какие же откормленные. Да. Да их уж ток-ток наелись вот. Там что такое? Билет продают на источник, что ли? К источнику идем. Купаться, да?
Купача. Я купача. Да, купача. Да. Купалка. Купалка. Я кому сказал, тому сказал. Я дома тетю уже. Я очень скучно, даже на шутку. Улетишь как лапочка. Перебираешь, а пальцы, окончания, нервные окончания идут на пальцы. Угу. А они очень хорошо успокаивают вот это самочувствие. Тут грамотно. На самой этой. Грамотно. Вообще не отшивает. Ну, вот еще такой интересный мой магазин, как стройматериалы спортивные. Просто в таких местах бывают очень нужные и неожиданные вещи. Второму кругу. Вот где меня не были, видишь, вот мы сейчас пойдем. Да? Ну пошли, я думаю, сейчас сразу вернем. Туда, туда. Туда, да. Там. Да. Да. Где-то что-то мне не принимается. Может быть, у нее ничего не нажалось? Там иногда нажимаешь прием, она почему-то отключается. Опасная яс. Чего принесла? Я не поняла слова. Чего? А, понятно. На кухне. Угу.
из того самого. Мы все не... Медведи напоминают, которые. Да, что-то есть. Ох, ох и березка. Сколько лет эти березки. Блин, назови тогда. Не, ну это, наверное, это возможно, конечно.